Праздничные линейки прошли во всех городах и районах республики. Ученики услышали напутственные слова от педагогов, родителей и гостей. Детали в нашем сюжете. На переселенческой территории Новолакского района 1 сентября торжественно открыли сразу три новых детских сада с общей проектной мощностью в 320 мест. Это садики «Золотой ключ» в селе Гамиях, «Ласточка» в Шушия и «Планета детства» в Дучи. На торжественное открытие прибыли в РИО министра цифрового развития республики Тамерлан Буганов и другие официальные лица. Новый детский садик открылся и в Магарамкентском районе. Его посетил министр строительства республики Артур Сулейманов. Они вместе с главой района осмотрели учреждение. Детский сад на 60 мест построен в рамках нацпроекта «Образование». В Хасавюрте открыли новый детский сад на 120 мест. Новое дошкольное учреждение «Соколенок» распахнуло двери для своих воспитанников. После торжественной церемонии разрезания ленты для всех участников устроили экскурсию по садику. У короноеульских школьников сегодня двойной праздник – День знаний и реализация общереспубликанского проекта «100 школ». Поздравить детей приехали глава района Магомед Эдельханов и первый заместитель министра по земельным и имущественным отношениям республики Хабиб Джанаев. Ознакомились гости и созданным на базе образовательного учреждения Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В Избербаше в новом учебном году за парты сели около 1000 первоклашек. Глава города вместе с первым заместителем министра промышленности и торговли региона Рашидом Мурзаевым посетил школы города. Для Избербаша остается актуальной проблемой перегруженности школ, в связи с чем принято решение о строительстве новой на 420 ученических мест. Планируется ввести ее в эксплуатацию в 2022 году. Новая школа открылась и в селе Ахли Левашинского района. В праздничном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов региона Рахман Гамидов, глава района и другие почетные гости. Новая школа отвечает всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В 36 школах Буйнакского района прошли торжественные линейки. В муниципалитете 1350 первоклассников сегодня пошли впервые в школу. Поздравить школьников с событием приехали министр сельского хозяйства Республики Дагестан Баттал Батталов и глава Буйнакского района. В Дербенте торжественная линейка прошла индивидуально для каждого класса. Лишь в некоторых дербентских школах с небольшим количеством первоклассников провели праздничные линейки. Поздравить школьников с началом нового учебного года пришли представители администрации города. Также во всех школах прошли открытые уроки на тему безопасности и развития современной российской науки.